Это еще что такое? No, God, please, no! No! Что он делает, когда его одурманили? Всем привет, дорогие друзья, с вами Ярик, это у нас игра «Растение против зомби». Вы понимаете, то, что мы прошли половину мира этого юрского периода, и мы с вами начинаем вторую, так сказать, половину. Да, вообще, было вообще безумное сражение, когда-то этот Гаргантюа вышел на поле боя. Так, сейчас, а где же... А, вот он. Сейчас я тогда попробую. А, мы же с вами откроем вот этот вот первобытный подсолнух. Это вообще просто... Вообще не знаю что. Ага, тут только нас эти дурацкие ящеры сейчас... будут атаковать, но ничего страшного. Сейчас я тогда попробую. Что я могу взять? Вот эту вот штуку. Обязательно вот такие вот грибы. Вот такое вот дерево. Что мне еще? Взрывчатка. И вот этот вот гриб, чтобы динозавров одурманить. Сейчас вообще я не вижу никаких десантов, поэтому все пока что легко. Так. А, то есть все побольше солнца дает, но при этом больше стоит, чем чем обычный подсолнух. Так, вот так вот делаем. Так, маленький чертик пошел в жопу. Сейчас уже какая-нибудь защита из примитивных растений. Опа! Хо-хо-хо! Вот еще одного ящера я одурманил. Так. Вообще нормально. Так. Ой-ой-ой-ой! Так-так-так-так-так! Так-так, где солнце? Где солнце? Во-во-во-во! Вот так вот. Есть! Хорошо, что я успеваю этих динозавров одурманить, чтобы как-то обороняться. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, сюда вот этого, а сюда вот такую вот бомбу. Ну и вот сюда давай применим суператаку. Отлично, мы с вами справились. Но это только начало, мы все равно... Да-да, сейчас мы продолжим как-то. О, блин. А, мы выполнили с вами вот этот квест. Ну давай. Сейчас мы вообще тогда заработаем много этих очков. Так. Если что, можно прокачать. Это еще что такое? А почему у этих динозавров вообще часть тела отваливается? У меня что, какой-то баг? Ну, в принципе, вообще прикольный подсолнух. Давайте тогда попробуем. Давайте сейчас проверим,
Давайте-ка проверим и посмотрим, что этот динозавр вообще делает. Похож на Т-рекса какого-то. Простите, это просто... профессиональные игроки думают, что это Т-рекс. Надо посмотреть, короче, в альманах, как этот динозавр называется, потому что... Что он делает? О! Воу! Воу! No, God, please, no! No! Так-так-так-так, нет-нет-нет-нет! Фига себе! Ну и динозавры, конечно же! Давай, откидывай! У нас есть хотя бы тоже, чем можно их отбрасывать. Так. О-о-о! Давай вот этого одурманим. Что он делает, когда его одурманили? О-хо-хо! Нифига себе! О-о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 -
Да. Вот этот вот подсолнух, мне это даже круче, чем солнечный гриб. Который я тоже обожаю. За дешевый стоит. Да. Обана. Так. Ирирет, стоять. Это так, с помощью этих деревьев можно как-то отбрасывать. Вот сверху давайте-ка попробуем поконтролировать, потому что сейчас мы попробуем поконтролировать снизу с помощью ящера, который я сейчас одурманю с помощью этого духа крипа. Так. Фига там этих зомбаков. Нет. Только стоять. Вот так вот. Отлично. Вообще нормально, давай. Вот так вот. Вообще, вы видите то, что эти... эти Т-рексы вообще творят. Они просто жирают этих зомбаков. Жрут на своем пути. Так. Оба-на. А вот это уже очень сложно. Интересно, каким образом мы можем это сделать? Нифига там дракон. Это ледяной дракон, что ли? Давайте проверим. Да, это реально дракон. Фига себе, он просто вместо огня дышит холодом. Морозное дыхание. О, нет. Только не это. Ну хорошо, хоть холод замедляет. Фига себе, вы видели, что под воздействием этого динозавра чертик очень быстро передвигается. Прям супер быстро. Как машинка. Да, вы видите, это там как раз снизу. Ага, там опять это громила. Смотрите, вот так вот. Колючка вообще хорошо работает против Гаргантюа. Thank you.
Ага, производить больше 2000 солнышек. Возможно так, потому что вы видите там Гаргантюа. Давайте тогда... Давайте попробуем вот, вот так. Если что, я попробую расставить побольше вот этих вот подсолнухов. Так, а ты куда, маленький карапуз? Пока что у нас будут только грибы оборонять. Так, расставим побольше, расставим побольше деревьев. Так. Ой-ой-ой! Тук-тук-тук-тук! Так, ага, я его одурманил. Вот, давай, давай, прикрывай меня, а я пока буду... О, нет! О, нет! О, нет! Давай-давай-давай! Дерево откидывай! Есть! А нет, он... Фух, хорошо, что как-то замедлил. Хорошо, что это дерево еще умеет замедлять бег. А то я вообще боялся, то что... Вообще отброс назад, это вообще какая-то фигня. Так, а вот сюда давай... Давай. Одурманиваем. И в принципе, пока что сверху все прикрываем. А вот здесь вот давай, жахнем эту бомбу. Так, ага, я выполнил этот квест. Так. Не-не-не-не-не-не-не! Так. Слушайте, а давайте попробуем проверить, что он сделает с Гаргантюа. Давайте-ка вы... Вот, вот так вот уберем. О! А, то есть с первого раза его не убить. Блин. Давай, давай! Отлично. Нет, ну это вообще просто шикарно. Отлично. Давайте, давайте расставляем побольше грибов. Это вообще что-то крутое. Потому что... Ага, мы с вами... Какой-то клык получили. По идее, мы с вами открыли какой-то... Открыли что-то. А, это бесконечные волны, понятное дело. Фига, какой крутой. Это вообще что-то, что-то очень крутое. А что я хотел? О, я хотел вот посмотреть в альманахе. Вот что? Вот что это за динозавр такой? Сейчас я... О, вот здесь вот, как раз. В описании этих зомбаков. Так, а где ящеры? Я не понял. А где эти динозавры? Что за дела? Ну это я даже вообще... Ну ладно, я потом посмотрю в... Вот как это называется? Так, там какой-то новый крутой зомби. Так, здесь пока что отсутствуют только рапторы. Да уж. Знаете, почему я так сказал? Потому что... Вот профессиональные игроки думают, то что вот синие динозавры, которые самые первые в этом мире, это раптор. О боже. Давайте рассадим побольше грибов. Побольше, побольше нужно этих грибов. Не-не-не-не-не! Вот так вот, так-то лучше.
то я, знаешь, чего я испугался? Я испугался то, что у меня не хватает энергии. О, нет. Только не это. Сейчас я тогда попробую замедлить их скорость. Так, пока что вот этого стегозавра мы одурманим. Я знаю, как вообще, даже без вот этого духа гриба обороняться вот этого тирекса. Так. А, стоп, что за безумие такое? Да уберите этих поганых рапторов, вы что, сумасшедшие, что ли, совсем? Не-не-не, я этого просто терпеть не могу, давай, все назад. А, так там птеродактиль, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давай мы этого одурманим, давай, вот так вот. О, нет. Это уже перебор. Это уже какой-то перебор. Блин, они нас обложили со всех сторон. Так, давай, отбрасывай всех назад. Чего? Почему мы его не одурманили? Нет! Нет! Так. Оля, спасибо! Заодно он еще не будет есть. Вот, меня не будет есть. А, так, что мы делаем? Что мы делаем? Вот так вот. Вот так вот мы делаем. И еще вот так вот. И вот так. Отлично. Увидели то, что он сам себя прикончил. Там сверху. Ну вообще, наверное, будет что-то безумное. Просто слишком безумное что-то. Планировать защиту? А как ее планировать, если... Если там и так есть этот... Гаргантюа? Ну, смотрите. Вот, если что... Можно воспользоваться этими деревьями, чтобы... откидывать зомбаков назад. Но я бы еще хотел взять... Также вот такой вот тростник... что я могу взять? Я могу взять вот такую вот морковку, если этого горхострела съедят. Так. Ну, в принципе, давайте попробуем. Давайте-ка пока что попробуем. Так, если мы каких-то этих птеродактилей не одурманим, то можно, в принципе, зомбаков откинуть. Так, ну в принципе у нас оборона готова. Все равно у нас должно хватить энергии на духогриб. О нет! Давайте! О боже! Ну только не это, давай вот так вот. Ну что, хотя бы как можно больше этих сильных зомбаков откинуть. Давай! О! Молодцы, молодцы, красавчики. А теперь жахаем вот эту вот бомбу. Да уберите этих рапторов, вы чё, сумасшедшие? Давай. Все, я его одурманил. О, вот такая вот у меня тактика. На тебе! Отлично. А, стоп! Я не понял! Он что, даже самых... уберите этих рапторов! Вы что, сумасшедшие, что ли, совсем? Я сейчас вам вот такую вот штуку запущу.
Вот сумасшедшие какие. Не-не-не-не-не-не-не-нет, это вам не поможет. Конкретно не поможет. Потому что все равно я знаю вообще такую тактику. Так. Так. Офигеть, со себя решил прикончить. Вообще нормально. Вообще, мы хорошо знатно поиграли. Давайте-ка вот так вот делаем. Отлично, все, мы, короче, прошли. Вот такие вот уровни. В следующей серии мы с вами тогда откроем... что мы откроем? А, первобытную картошку. Картофельную мину. Дойдем до вот этого 28 уровня. А уже тогда после этого мы с вами тогда пройдем этого босса. А пока что на этом заканчиваем. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя серия. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. И всем пока-пока-пока.